Хороший аттестат у Тимофея практически в руках. Характер нордический, вредных привычек нет. Да и думать о них некогда, столько учебы. Новость о возможном тестировании на наркотики его ничуть не смутила. Почему бы не пройти этот тест? Мне скрывать нечего. Вполне, думаю, адекватная идея. Психологи зададут вопросы, затем врачи возьмут у школьников анализ на слюну. Тест полоски моментально покажут результат. Но его узнают только родители каждого конкретного ученика. Они и будут решать, что делать дальше. Даже если выявлен ребенок во время такого тестирования, юридически он имеет право отказаться от любой помощи, если он не считает это нужным. Либо если его родители принимали решение о том, что ребенок должен пройти тестирование. Они могли сказать, что нам это неинтересно, точнее, мы сами будем решать эти вопросы. Общую статистику по школам от общественности скрывать не будут. Опубликуют информацию о том, сколько ребят, употребляющих запрещенные вещества, тесты выявили. Мнения педагогов по этому закону разделились. Я думаю, что эти тестирования не просто нужны, они обязательны. В каждой школе огромное количество ребят, и мы не в силах знать про каждого все досконально. Уговаривать детей не буду. Если я начинаю его уговаривать, значит, я говорю: Ваня, Петя, Маша, я вам не доверяю. Приди, пожалуйста, тест на наркотики. Закон несовершенный, отметили и в самом госнаркоконтроле. Глава ведомства резко высказался на сей счет на круглом столе в Госдуме. Сплошное тестирование является не только колоссальной тратой денег, но и идеальным способом уйти от реальной деятельности в область производства фиктивно-демонстративного продукта. Проще показухи или примитивные имитации и симуляции реальной деятельности. По данным Минздрава, в школе с наркотиками знаком минимум каждый десятый ребенок. Помогут ли тесты справиться с ситуацией – большой вопрос. Даже малейшие изменения в поведении ребенка, конечно, легче всего заметить самим родителям. Было бы желание. Александра Михеева, Василий Дулепинских, Евгений Шиленко. Телевизионная служба новостей.